Санкакопия вышла, у нее такой, как шар на голове, до середины груди. Там паучиха, она шипит, шипит. Ну, а сейчас она перестанет шипеть. Хорошо. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Аю в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Аи поднимайся в комнате диагностики. Пошел, подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Аю, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Но ее плохо видно, руки поднимает. Хорошо, даю команду. На счет 3 этот шар вместе с этим арахноидом выходит из всех ее тонких полей, отключается полностью, все иголки выходят, все летит в этот шар, и как шар выходит, он отправляется в клетку-тюрьму. Да, будет так, а так есть. Мне еще от этого шара вниз идут. Подключки. Ну, ты как инкубатор использовал. Это такие, как сплетение, накидыч, как накидка вниз идет. Хорошо, сканер, отключи эти накидки. О чем идет речь? Все, что на чистоте арахноида и этой сферы, и его подключек, все выходит до последнего. Сканер выдавливает это все вместе с сопутствующими энергиями. Не потомство в этом шаре. Хорошо, все летит в клетку-тюрьму. Готова, у нее грудь легкие, и она кашляет. Хорошо, включая ей внутренний белосветленный свет, она выдавливает все на чистоте арахноида и его подключек. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ней в шар. Все остаточные энергии выходят. У нее паутина, она руками даже ее трогает, как в сетке какой-то. Хорошо, сетка, эта паутина вышла? Да, все вытянула в шар. Отлично. Под этим шаром открываю воронку в галактическое ядро. Она уходит на переработку, закрывая печать и растворяю. Даю команду сканеру. На счет 3 сканер сканирует пространство над головой Аи под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Аи. Находит все. Инкуб. И без. Больше никого? Я не знаю, у нее какие-то энергии есть красного дракона, но самого его нет. Хорошо, энергии красного дракона выходит, формируется в шар. Да, есть. Отправляя в клетку-тюрьму этот шар. Да, готово. Выстраивает шар канал к красному дракону, притягивая в клетку-тюрьму. Становится моим заложником. Он в квартире с платами. На месте. Хорошо, красный дракон. Ты решил от меня убежать или что? Нет, он в ней не находится. Она получает от плат, видимо, прихватила энергию. Какой у нас красный дракон? Считай цифры. 17-11. Хорошо. Какой у нас бес? 8. Кто из вас присутствует в квартире Аи? Еще. Бес присутствует, арахноид. Бес, арахноид и красный дракон. Да. Понятно. Хорошо. Арахноид, сколько ты находился со своим инкубатором в этом биополе? 19 лет. 19 лет. Ты использовал все это время как инкубатор? Нет, был другой арахноид. Он расчищал место, подготавливал. Потом пришла паучиха. Хорошо. Это ее идея с потреблением сахара. Это она сахар ей необходим для потомства? Почему человек так много сахара ест? Последние 5 лет она вот с жаром с этим ходит. А про сахар ничего не знает. Ну вот, есть такая зависимость от сахара. Хорошо. Плохо спит человек. От кого это? Твое воздействие, арахноид, или красный дракон, или бес? Кто у вас там? Или все понемножку давали? Каждый свое брал. Понятно. Вытягивали энергию все по-разному. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы, вы будете на них отвечать. Даю команду тонкой копии АЭС проецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низкоэбрационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились. Также выстраиваю канал к этому шару арахноида. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низкоэбрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Ае. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Хорошо, красный дракон, сколько ты находился в квартире и находишься? 5 месяцев. Цель подключки? Пока сбор энергии. Он как прощупывает ее. Какие энергии, насколько можно их оттягивать, ему мешает арахноид. Все верно. Хорошо, бес. Сколько ты находишься в этом биополе? Бес на ногах гири большие, он ее
тормозит. А что ты ее тормозишь без? На какую частоту ты вообще зашел? Грусть. Грусть. И что, ее так много? Внутреннее одиночество. Ну, много так много людей одиноких, но не ко всем приходит бес. Тоска и страх внутренний из-за одиночества. Это первопричина. Понятно. Сколько ты находишься по времени? 1 год и 2 месяца. Хорошо. Сколько находится инкуб в этом биополе? 4 года. Тоже тоска и одиночество? Он усиливает. Усиливает все это, конечно. Хорошо. Как у нас с реверсом, Вера? Посмотри, пожалуйста. Он знает, что этот инкуб, он усиливает, и он как лежит на ней, у нее груз на ней, на груди. А он на груди, значит, она должна ощущать эту тяжесть на груди. Но он от живота, от низу, а сама голова у него на груди, он слушает ее одиночество и тоску. И усиливает ее. Хорошо, как с реверсом? Закончился. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса, а я забираю все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные, чистые. 1, 2, 3. Не возвращается жизнерадостность, юмор, задор, смех. Кто это воровал? Искренний паук. Арахноид. Арахноид. Я смотрю, твое воздействие слишком сильное в течение этих 19 лет. Не перешел ли ты границы закона? Это последние 5 лет он ворует, чтобы потомство питать, которое сейчас в шаре находится. Там много-много маленьких арахноидов. Пусть они там лучше сидят. Реверс закончился. Хорошо, начинаем тогда. Красный дракон ничего не оставил, как по его словам. Ты ничего не оставил? Нет, плата в доме он показывает. Хорошо, инкуб, выходи, отключайся полностью. Ничего не забывай. Снимай все, что ты оставил, возвращайся в клетку, докладывай готовности к проверке. Проверка будет проведена сканером 1 000 000 Гц. Если кто-то из вас что-то оставит или забудет убрать, он просто сгорит по каналам в этой клетке, я вас предупредил. Инкуба от плеча и вниз накидка холодная. Так он еще и накидку на ней поставил. Как эта накидка воздействовала на окружающих ее мужчин? Холодная она, скользкая, как рыба. Вот так они ее воспринимали, холодную и скользкую, как рыбу. Так, работает инкуб. Все снял он. Хорошо, арахноид. У тебя что-то осталось еще, посмотри, что еще не вывел. Все вывел. Хорошо. Бес, скажи мне, есть ли лярвы в биополе? Ай. У него в области сердечной чакры есть лярвы. Откуда они там взялись? Иголки арахноида. Ты посмотри, арахноид, но ты уже реально какое-то серьезное воздействие оказываешь на человека. Я даже не знаю, что с тобой сделать, не сдать ли тебя в межгалактическую полицию. Уж слишком много от тебя негатива сегодня идет здесь. Хорошо, бес, ты хочешь эти лярвы получить? Хочет. Давай тогда выходи сначала, вытаскивай все, что ты оставил в ее биополе, снимай эти ботинки, эти грузы на ногах. Как снимешь, доложи мне, я дам отдельную команду на лярвы. Приступай. Гиря у него. Снял. Хорошо, разрешаю тебе забрать лярвы. Снимай, возвращайся назад. Ничего не забывай. Готов. Даю команду на рассинхронизацию Аи с арахноидом, его шаром, инкубом, бесом и красным драконом. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. И даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. У нее в верхней части головы остались микрочастицы от арахноида, как вот на лапках шерсть или что у него там. Хорошо, сканер выведет. Сканер сжигает все. Отлично. За 20 лет можно не такого у нас остаться. Готово. Отлично, хорошо. Чисто все, да? Чисто. И от арахноида идет информация, что тот, кто зашел 19 лет назад, да, какой-то стресс был у нее. На стресс зашло. Понятно. Хорошо. Подхожу к Ае и помогаю моей энергии отстегнуть ей все каналы к интерферентам и их подключкам на счет 3, 1, 2, 3. Удар. Каналы отлетают. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Понятно. Хорошо.
Тогда я тебя сейчас бьюсь вместе с красным драконом и арахноидом. Открою вам два портала. Космические уйдут в один портал, ты уйдешь в другой портал. Пойдете сейчас в квартиру, соберете все, что вы там оставили, снимете. Я приду, проверю. Космических отправлю на их чистоту. Бес, ты мне покажешь все порталы в доме, в квартире, я закрою их, и после этого соберу тебе негатив в дорогу в этой квартире. Тебя устраивает такой вариант? Устраивает. Открывается два портала в квартиру Ай. 1, 2, 3. В один портал уходит красный дракон вместе с арахноидом и этим шаром. В другой портал уходит бес. Закрывай, печатай, растворяй оба портала. Готово. Хорошо, инкуб, готов уходить? Ира, я тебя очень плохо слышу. У тебя микрофон как-то стоит неправильно. Сейчас как? Так лучше. Хорошо, инкуб, больше не приходишь. Открывай внизу воронку на чистоту инкуба. 1, 2, 3. И инкуб уходит на свою чистоту, забирает все, что принес. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Клетка пустая? Ничего не осталось? У нас есть... этот шар. А там арахноиды, что ли? Да. А что, арахноид оставил? Он остался здесь, это конструкция вся. Шар, и от нее идут вниз паутины. И куда нам ее этот шар? Чего она не забрала этот арахноид, свой шар? Хорошо, открывая портал в квартиру, притягиваю арахноидов опять в эту комнату. Комнату диагностики. 1, 2, 3. И арахноид находится здесь. Да, он здесь. Арахноид, чего ты не забрал шар-то свой с потомством? Он сейчас сел на него, как обнял. Ну, что ты его не забрал? Не понял он команду, он думал вернется. Нет, нет, ты уйдешь из квартиры уже. Поэтому с этим шаром я тебя сейчас еще раз отправляю в квартиру. Ты это понял? Да. Открываю портал в квартиру. 1, 2, 3. И арахноид вместе с этим шаром уходит в квартиру. Собирает все, дожидается нас. Нормально. Готов. Хорошо. Закрываю, печатаю, растворяю. Хорошо. Сейчас клетка пустая, да? Да. Поехали по частотам. И пусть тонкая копия А вспомнит самый счастливый момент жизни и даст нам числовое значение. 620. И понимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии А до числового значения 620 Гц. Пошел, подъем. Это состояние для нее, когда внутреннее и внешнее состояние души сгармонизированное. Сгармонизировано. Отлично. У нее иногда внутреннее состояние очень сжатое, маленькое. И тогда она как в хаосе находится, потому что оболочка, она кажется большая по сравнению с маленьким внутренним состоянием. Mm-hmm. Когда это сгармонизировано, она одно целое, она знает, что ей делать. Она как в свободном полете тогда. Отлично. Надо заправлять себя энергиями. Вы получите рекомендации, Ая, после сеанса. От нашего администратора, и там она вам все объяснит. Надо заправляться энергиями, надо сбрасывать негатив. Весь этот страх, вы уже поняли, кого притягивает. Вы сегодня с ними познакомились. Итак, мы закончили, Веру? Да. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Хорошо, Ая, как вы себя чувствуете после чистки? Великолепно, легко, как правда, как в полете. Отлично. Сейчас вам... Парю. Будем возвращать вас назад. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию А и в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово.